Слышите? Слышите, мне стучат? Слышите, как мне херачат? Вы понимаете, что происходит? Это пришли те самые, короче, мама... Я вот на сервере сейчас играю, на сервере играю, они ко мне пришли, я их сначала открыл, а они сказали, типа... А мне плевать, что они сказали, я закрыл двери и не буду их пускать. И посмотрите, что делают, слышите? Дружище, если ты сейчас смотришь прямо на меня и хочешь так же, как я, снимать ролики Айти Гриффер Шоу и выкладывать их на свой канал YouTube, тогда просто становись владельцем сервера на сервере Сержукрафт. Ты сможешь кикать, банить, сетать, пользоваться топориком, влезать в регионы гриферов, сажать гриферов в тюрьму, превращаться в абсолютно любого моба, менять себе абсолютно любой префикс, как это сделал, например, я. Ты даже сможешь вычислять IP гриферы и снимать их в реальной жизни, у тебя будет практически опка. Я лично создал привилегию владельца сервера для того, чтобы вы смогли снимать ролики Анти-Грифер Шоу. Всю предыдущую неделю привилегия стоила 6000 рублей, на нее не было скидки, и игроки меня просто чуть не убили за это. Поэтому сегодня, ребята, я сделал скидку 97%, и привилегия стоит 500 рублей, поэтому заходи на сервер, не упускай свою возможность и снимай ролики Анти-Гриффер Шоу. Все ссылочки будут в описании ролика. Слышите, что делают? А, значит, для тех, кто не в курсе, это пришли ко мне опять мама со школьником. Они все пугают, что вызовут, типа, полицейского. Ну, вот, вот этот ролик, вот, вот они пришли. Вот, я для вас прям показываю. А, я не буду открывать. Я им первый раз открыл, они опять стоят. Вот, мне плевать, пусть хоть дверь ломают. Ну, что, будем ждать. Будем ждать. Если что-то будет, я не знаю. Ну это невозможно, я полчаса жду, а не полчаса бью. Чё? Вот, я прям опять сниму. Вот, смотрите, вот опять. Добрый день. Это опять мы узнали. О, да, здравствуйте. Не, я подождите, я вас не пущу. Я смотрю, я вас... вам говорил, что мы приобщим полицию к этому делу. Зачем? Мы зашли. Зачем вы вызвали сотрудника полиции? Ну, потому что вы нас разбанили. Не разбаниваете так до сих пор. Я вынужден вот вас всех снимать теперь. Какого права съемка производится? Вас вызвали, вот они, да? Кто? Да, мы пригласили сотрудников. Я снимаю, потому что я ютубер. Я, в общем, все снимаю, как бы объяснить. Знаете, вообще ютуб... Можно нам войти, да? Или мы здесь будем разговаривать? Проходите, я, конечно, вот пускаю вас только за счет сотрудника полиции. Так бы я не пускал бы никого. Мы в прошлый раз... Я знаю, что... Да. Вы не поняли, да? Ну и что? Мы просили вас разбанить, вы не разбаниваете, мы обратились в спецслужбу. И что, вот что вам сказали? Вот, На самом деле не все понятно, что происходит у вас здесь. Хотелось бы понять, услышать вот от первого лица, что вы скажете? Потому что поступила жалоба на вас. Не совсем все понятно, поэтому я пришел разобраться сам, чтобы услышать, так сказать, и вашу позицию тоже. Слушайте, ну... Все из-за игры, понимаете? Я, кстати, предупреждаю, я этот ролик выкладываю на YouTube. То есть... Дело в том, что мой сын играет в игру, и в этой игре продаются привилегии. Он купил и имеет право пользоваться там разными, ну, как бы, услугами. И он за какие-то действия его забанил. Да, это, короче, это все виртуально. Потому что он нарушал действия. Я его забанил, я им сказал. Давайте, может быть, давайте мы, я не знаю, съемку, что ли, прекратим. Нет, стой. Но обсудим это. Смотрите, все. Я ютубер, я снимаю ролики и их выкладываю на YouTube. Вы же ко мне пришли домой, в мой дом. Почему не могу снимать? Я могу снимать. Вас как сотрудника полиции. Хорошо, вы квартиросъемщик здесь или вы хозяин этой квартиры? Я хозяин этой квартиры. Вы можете предоставить какие-то документы о владении этой квартиры или что? А зачем это сейчас? Какое это отношение? Чтобы понять, мы сейчас с кем общаемся? С владельцем квартиры. А какое это отношение имеет к... Хорошо, давайте мы пойдем другим путем. Вы в данный момент, у людей есть к вам претензии, у ваших соседей. Вы каким-то образом можете удовлетворить претензии ваших соседей? Слушайте, ну, не, они не мои соседи. Не соседи. Ну, мы его вычислили. Да, они меня вычислили, кстати. Вы можете каким-то образом удовлетворить их просьбу, чтобы не было вот этой вот неразберихи, вызова больше сотрудников полиции, потому что вам это зачем? Нет, ну я не могу делать все, что меня просят, когда люди еще нарушают. Но он получается. Они, вот этот мальчик услуги. Нарушил правила. Понимаете? Пользоваться он нарушил правила. Мы не можем. Не... Вы понимаете, что вот это все детский сад? Ну вот так. Что все это детский сад. Вот сейчас то, что происходит, вы вызываете. Ну вот объясните им, я не вызывал полицию. Хорошо. Вот эту проблему каким-то образом надо решить сейчас. Я согласен, давайте, как мы можем решить? Как проблема это решается, объясните мне. Он просто разблокирует моего сына, и он продолжает дальше. А как все это происходит? Потому что мы деньги заплатили, а это все происходит в игре. Мы можем посмотреть, как это все. Ну, слушайте, это можно, это вот руками не потрогать, это есть только все в компьютере. Вы можете показать нам это?
Я могу показать это, но... Тогда покажите, чтобы сотрудник полиции давайте понимал, в чем суть. Давайте попробуем разобраться, хорошо? Потому что, ну, у нас с вами как бы время идет, а вот это вот все как-то... Ну, непонятно. Не знаю, только потому что вы меня просите, как сотрудник. Да, я бы хотел понять, что происходит. Ну, тогда нужно пройти в комнату, давайте все пройдем, у меня там компьютер. Как... Нам разуваться? Не надо разуваться, может не разуваться, сейчас все пройдем. Проходите, пожалуйста, вот проходите. Вот на этом сервере я играл. Да, вот он, вот, смотрите, как вам обращаться, как вас зовут? Стой, не, подожди, Вань, ты не трогай, я же показываю сотруднику полиции, не тебе, правильно? Пожалуйста, отойди. Как вам обратиться можно? Я снимать не буду, такие вещи не снимаю. Угу. Я понял. Вот, смотрите, вот игра. Видите, да? Все же, вот игра. Просто у меня первый раз такое, башка ломается, как объяснить человеку, который ничего не знает и не обязан знать, что это такое. Вот. Там видите пользователя, Миха? Да, смотрите. Вот это... один из таких пользователей, мой сын. Вот. Он... Да, смотрите, видите, привилегии. Вот, называется, владелец сервера. Ее цена 500 рублей, видите? Угу. Вот, мы купили вот эту привилегию, да. А он нас заблокировал, и сын теперь не может этим пользоваться. Ну, смотрите, видите, здесь есть права у привилегии. Вот, вот, просто по-человечески объясняю, там, доступ, там, да, вы можете. Вот он, здесь правил есть также сервера, он нарушил эти правила и был лишен привилегий. Здесь также сказано, если нарушение правил происходит, я не лишил его привилегий, кстати, не надо, я говорил, что я его забанил. Вы забанили нас. То есть проблема состоит в сумме 500 рублей? Да. Да? Только из-за этого вся проблема? Да. Причем я не отбирал привилегии. Но настолько хочется играть, что надо решить эту проблему, да, непременно. Видите, они, я не знаю, сами, они приходят ко мне второй раз, вызывают то есть вас. Деньги снял, а пользоваться мы не можем. То есть играть он вообще не может, потому что ну он хорошо, забанит. Вот смотрите, я хочу объяснить вам. Сейчас, если принять и дать ход заявлению, то я боюсь... Как это будет выглядеть? Ну как это? Это будет выглядеть очень плохо для вас всех. Во-первых, не будет у вас доступа в игру ни у вас больше, да? Во-первых, если отделка начнет проверять это все, и может быть докажет, может быть не докажет. Но на время расследования мы ведь изымем аппаратуру. Мне уже поэтому что, я и предлагаю. Играть не будет никто. Я предлагаю вам, наверное, как-то по-любому постараться договориться, наверное. Так да? Я и пыталась, да, в прошлый раз, не понимать. Ну, смотрите, давайте так. Я снимаю ролик, я выложу, знаете, да? Я прямо сейчас покажу. Смотрите, вы не осведомлены, может. Есть, прямо сейчас прямо вам покажу. Канал, пожалуйста, вот канал, вот я вам прям показываю. Видите, ролики, вот, уже ко мне не вот приходят. Это они, я их уже снимал, я их предупреждал. Я также вас выложу. На этот, ровно на этот канал, вот он, пожалуйста, Сержу Крав, чтобы все, вот, я также вас выложу. И я вот спрашиваю вас, вот, как вы считаете, что я должен сделать? Вот пойти на встречу им и все выдать, вот вам доверюсь. Я считаю, что во избежание дальнейших недоразумений, скандалов и вызова полиции, других сотрудников и разбирательства, я думаю, что, наверное, вам стоит пойти на уступки и... Ну, то есть как-то... разбанить. Я думаю, что, наверное, вам стоит это сделать, конечно. Все. Я вам верю, как представителю органа власти, да, представителю нашей страны. Вот я все, я устал думать. Люди в комментариях, пишите, как вы оцениваете действия уважаемого сотрудника полиции. Пишите, потому что я ему доверюсь. Раз он говорит разбанить, я разбаню. Какой твой ник? Смотри, я тебе сейчас листочек дам в конце, да, напишешь мне, какой у тебя ник, я тебя разбаню. Довольны? Вы довольны будете? Да, да. Все, у тебя будет также владелец, я его не отбирал, будешь дальше играть, делай что хочешь, но если ты опять будешь нарушать правила, я сниму это на видео, я сниму и лишу тебя привилегий опять. По-честному же? Да, мы согласны, этого мы и добиваться. Но ты будешь доволен? Ты правила готов разбавит. Соблюдать? Да, да. Если человек тебе идет на уступки? Да, да, я буду соблюдать все. Чтобы мама не платила деньги зря, чтобы владелец сервера, да, не наказывал тебя больше. Ты же готов соблюдать правила, наверное, да? Ну, давайте, наверное, мы поступим уже таким образом, ну, и закроем эту тему. Да, сегодня. Да, сейчас он напишет мне свой никнейм. Давай, напиши уже то, что необходимо. Сейчас я ему дам ручку. Дописал, все, я ему фломастер тебе же давал я. Да. Все. Это он ник дописывает, понимаете, да? Я по нему его разбань. Культиник. Так, фломастер тоже давай. Че, довольны все, да? Какой тяник, пусть ребята Вадимос Круто. Вадим, как читается? Вадимос Крутос. Не ошибся, все правильно, я его разбаню. Если какая-то буква не так, что-то не так, не разбаню тебя тогда.
Ну все, смотрите. Все, я вот сделал так, как вы и сказали. Ну мы ждем. Ну все, наверное, проблема решена, да? Проблема решена. Я прямо сейчас уйду, я прямо сейчас пойду его разблокирую. Угу. Все хорошо. Ну все, я надеюсь, у нас следующих встреч с вами не будет. Я тоже надеюсь. Как бы, я... Мы тоже надеемся. Ну это вот... Спасибо, до свидания. До новых встреч, да, все. Да, возможно, надеюсь, с вами их больше не будет. Да, я как бы тоже. Все. До свидания. До свидания. Всего хорошего всем. Слушайте, ребят, ну, конечно, ситуация очень нифиговая. Так, давайте пока не, вот пока не забыл, пойду его разбанить, этот ник сразу прям при вас, чтобы не забыть. Так, сходу, как все было открыто, так и оставил. Меня уже куда-то здесь оттолкнули на сервере. Значит, кто не понимает в Майнкрафте, кто ничего не шарит, да, просто зашел ролик посмотреть. Вот он сервер, вот здесь вся вот эта... Все из-за этой привилегии. Да ёкарн. Из-за этой привилегии, которая стоит 500 рублей... меня вот находят по этой команде, вычисляя пейгрифер. Может, кто-то спрашивает, как меня находят. Вот так меня находят, но они уже ко мне приходили. Короче, чтобы не забыть, при вас захожу сейчас. Вот это мой канал здесь был открыт. Сейчас, секунду. Значит, вот, значит, у нас есть IP сервера, да, прям при вас пишу. Unban. Кто-нибудь видит, да, Unban. И вот сверяем. Вадимос Крутос. Сейчас. Вот, пожалуйста, Вадимос Крутос. И пишем отправить. Вот она, та самая консоль моего сервера. Бабах, все, Unban. Так, а на сервере будет видно, что это произошло? Ну, нет, сервер не отображает именно Unban. Ну, короче, я его разбанил при вас. Значит, вы, кто ко мне приходил, вы по-любому будете смотреть ролик. Я вас разбанил, все. Вопросов ко мне нет. Не могу его не заснять. Очень хороший, сидит, наблюдает. Я думаю, то, что... Бакс, согласен, да? Все, решил сотрудник полиции. Вот как он решил, пусть так и будет. Я ему доверяю, все. Пишите в комментарии, что вы считаете. Согласны ли вы с этим? Мне эти конфликты не нужны, ну их нахер, честно говоря. А пока заходите на сервер в Майнкрафте. Вот он мой сервер, вот все, из-за чего происходит. Вот я летаю, здесь играю. Выдаю админки, сами получаете админки. Пишите free, получаете донат за убийство или донат за время. Донат за убийство, убиваете людей в игре на PvP зонах, да? 90% выпадает основатель сервера. Основатель сервера, это, кому интересно, это у нас вот основа. Предыдущая привилегия до владельца идет. Короче, заходите, IP в описании ролика. Перевелись на версию 1.13. Обновление, вайп-карты. Ну, в общем, заходите, играйте. Всех ждем. Надеюсь, вы меня все поддержите. Всем спасибо за внимание, всем пока. Этот у меня всегда здесь так сидит. Я думаю, я рад, что все так вышло. Все, всем пока, все. Еще, кто не видел ролик, как они ко мне приходили, пожалуйста, вот он есть, все, ссылочки на него будут в описании, все, всем пока, друзья.